На прошлой неделе Владимир Путин объявил о своем решении баллотироваться на должность президента. В связи с этим во время большой пресс-конференции он рассказал о главных задачах внутри страны и за рубежом. Главное – это укрепление суверенитета. Что касается внешнего суверенитета, это укрепление обороноспособности страны и ее безопасности. Также президент ответил на вопрос, будет ли вторая волна мобилизации. Вот на вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч. Зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. На развитие новых регионов будет выделяться 1 триллион рублей ежегодно. В настоящий момент уже восстанавливается их экономика. По мнению Владимира Путина, Европа в значительной степени утратила свою независимость, а решение принимает себе во вред. В своем выступлении президент упомянул и о появлении нового учебника истории. Его выбирали из более чем 60 версий. Все эти учебники, они должны соответствовать истине. Они должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-то интересы, как у нас это было. На сегодняшний день отмечается 10% рост инвестиций в основной капитал, а также заметен рост промышленности. В среднесрочной перспективе устойчивое развитие страны и создание рабочих мест.